хочешь попробовать начать все сначала, чтобы у нас была настоящая семья, ты, я и Ваня? Ира, ну ты же сама хотела развестись со мной. Подожди, ну а как же он, твой Николаш? Это была ошибка. Ошибка? Так. Что произошло, пока меня не было? Я ему не нужна. Ира, я видел его, разговаривал с ним и понял, что он любит тебя. Неужели он так и сказал? Я тебе говорю, я ему не нужна, ни я, ни его ребенок. Я не собиралась тебе говорить, но раз уж так получилось. Ты как-то очень правильно заметил, что он похож на тебя в молодости. У него наполеоновские планы. Завоевать весь мир, заработать кучу денег. И мы в эти планы никак не вписываемся. Значит, ты ждешь ребенка. Ты не волнуйся, я не собираюсь отягощать тебя чужими детьми. Я сделаю аборт. Мама, мама, смотри, кого я нашла. Ёжик, какой красивый. Даже гладит дает себя. Куда папа ушел? Хотела бы я знать. Ни хрена себе. Борис Борисович вот просто так взял и дал денег, да? И ни хрена себе, Наташка. А это любовь называется. Только ты, пожалуйста, никому не говори, я обещала. Богатый и благородный. Убиться веником. Да, как тут не позавидуешь мамусе. Нам бы так с тобой, Наташка. Ой. Пожалуйста. Вон, смотри, лёгок на помине. Алло? Здравствуй, Викусь. Извини, что долго не звонил, уезжал по делам. Mm. Как себя чувствуешь? Да я хорошо, меня же выписали. Так что я дома. А вы как, Борис Борисович? Про маму ему скажи. Я по-разному. Викусь, а где твой брат? Он на треке сегодня, у него там что-то важное. То ли немцы, то ли французы. Немцы. Немцы. А вам зачем? А любопытной Варваре нос оторвали. А трек этот где? Это наш Ростислав Шилов. В клубе всего второй год, но уже имеет неплохие результаты. Я подготовил здесь его данные. Где Назаров? Говнюк. Что есть, то есть. Good, 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 good. Дивизию, тренер, я уже на подъезде. Как немцы уже там? Я уже лечу, спасибо. Николаш, что случилось? Проспал, спасибо тебе, Катя. Сейчас немцы развернутся и уедут. Или того хуже, выберут Шилова. И прощай, Германия! Подожди меня, Николаша! Подожди меня! Стоило написать новое завещание... И ты зашевелился, сын. Отец, не обольщайся. Я еду не из-за завещания. Я не хочу, чтобы поколение Гаральди, следующие 500 лет, проклинали меня из-за утерянной семейной реликвии. Значит, наследник все-таки будет. А где Ромина? Ты с ней попрощался? Отец, прошу. Дай мне спокойно уехать. И не подумаю. Сейчас я ее позову.
Дорогой Лука, не думала, что снова представится случай тебе писать. Возвращаю вашу знаменитую камео. Стефано, как лучший в мире брат, решил, что если она будет принадлежать мне, то справедливость будет восстановлена. Но ты ни в чем не виноват. Все, что с нами случилось много лет назад, на моей совести. И я до сих пор расплачиваюсь за то, что когда-то причинила тебе боль. Надеюсь, ты меня простил. Не держи зла на Стефану. Вечно твоя, Моника. Значит, это Стефана. Как же он ее украл? Лука, не уезжай. Почему ты лично должен заниматься поисками камеи? Ехать неизвестно куда, в этот город. Как же его? Ружанск. Спасибо, дядя. Ружанск. Мы можем отправить туда детектива. Лука, ты слышишь? Не хочу ничего слышать. У меня скоро самолет. Я буду скучать. Будь предельно осторожен. Там полно мафии и сплошная антисанитария. Носи перчатки и не вздумай пить воду из-под крана. Конечно. Держи нас в курсе. И удачи, сын. Как представлю, что там целый город таких, как Альбина и Диана. Девочка, не плачь. Лука вернется, и вы поженитесь. Ой. Аня, открой, пожалуйста. Забыла! А что, ты приехала из-за дочки? Нет, я тебе туфли привезла. Ты слышала, какая честная туфля она мне привезла? Да ничего не честно, я просто это, я их примеряла, но они же, блин, у меня размер. Алька! Ты, друг мой, серьезная. Я смотрю, у вас тут теплая семейная встреча. Я, пожалуй, пойду. Ань. Ну, не дури. Ну, мы сядем, чаю попьем. Да ладно, мы что-нибудь покрепче там вспомним Италию, мания. Ну, вот вы вспоминайте, а я пойду. Да ладно, пусть идет. Ей же на мероприятие надо готовиться. Ну, там, это, не знаю, платьице. Опять же, это начес маникюр. А ты, кстати, на свадьбу собираешься? Слушай, ничего же я сама налила? Да наливай. Я как-то, как будто я это дома. А мне? Прости. Хотя я же дома, в Ружанске. Ну, за встречу. Еле нашел. Принимай, вилки, ложки. Ровно 68 штукенций. Все пересчитано. Ага. После свадьбы хотя бы половина осталась. Ну, кому они нужны? Что? Вилки новые. Один раз только пользованные. Все в пыли. Дорого вам моя эксплуатация обойдется. Не боись. Ты что, забыл, что я подпольный миллионер? Сочтем. А ножи? Ножи где? Ножов не держу. Может, еще хрусталь на стол выставить? Эй, ты не знаешь, как у нас дружковки свадьбу гуляют. После третьей выпитой пользительной
народу уже все по барабану. А уж после пятой, вот жаль, что ты не видел, как вы Игнатову внучку замуж отдавали. Ох, знатно выдавали, да. Но им, конечно, до вашей красоты далеко. А то сердце что стоит, он видал? Это красота. Ядрёна вошь! Егорыч, ну что ты лапаешь? Ну, такой же шарик денег немерено уплочено. Ну что ты, ну я ж не нарочно. Ты мне скажи лучше, это, когда приходить? На тебя вилок не хватит. А я со своей приду. Когда приходить-то? А можно подумать, вы не знаете. Вся дружковка знает, один Егорыч не знает. Не знает, не знает. Я, может, хочу получить персональное приглашение. Вот, вот от этого, ой, от него. Фу, ну, урою, паразит. Ну, ладно, чё ты? Ну, что, будь ржать-то, вон, вон, слушай, твой этот коммунистический безлимит разрывается. Алло. Это Анна Семеновна. Передайте, пожалуйста, Прохору Петровичу, чтобы он мне перезвонил. А, так он сейчас рядом. Я ему могу трубку дать. А? Алле? На проводе. Дио, это я. Нюрочка. А у меня уже все готово практически. Красотень такая, что вся дружковка обзавидовалась. А вы когда будете? Дядь, ты только не волнуйся, а лучше сядь. Мы с Юрой не женимся. Алло. Ты меня слышишь? Лучше бы. Не слышал. Это все? Или еще что? Хорошо скажешь. Ну, я так решила. Она решила. Это что, Юрка? Юрка Кирогас напакостил. Так... Я ему в раз мозги вправлю. Нет, это не Юра. Мать моя девушка. Что ж ты вытворила? Что вытворила? Назад не воротишь. Придется с этим жить. А Колька? Колька-то хоть в отказ не идет? Нет, нет. С Николашей все в силе. Как планировали. Ну ладно. Я тебе еще позвоню. Ну, Колька, на подходе он. Ну, пусть только заявится. Шилов! Что с тобой, нервы? Да у меня нервы канаты. Ну-ну. Так, давай, начинай. Пока проедешь, пока обсудим. А там, может, Назаров почтит нас присутствием. А если он не приедет? На старт. Вы меня хорошо презентовали немецким гостям? Твое время тебя презентует. Давай, пошел, 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 давай. Тренер, я здесь. Вижу, сукин сын. За свои художества после заезда по шее получишь. Ага. Угу.
Прохор Петрович, вам плохо? Плохо. Так, может, врача? Не поможет. Лекарства неси. А. Так, а в погребе 3-литровая бутыль спользительная. Иди. Какая красота. Эй, ценитель, третьим будешь? Я не пью. Мать моя, девушка, научим, фрилансер. Будешь опыт принимать. В погреб живо. Кому сказано? Прохор Петрович, что-то вы сами не свой. Что случилось? Как? Хреново. Что это за время? Можешь объяснить? Ну, Шилов, ты даешь. На тренировке лучше шел. Ты рот закрой. Посмотрим, что ты покажешь. Тихо, 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 тихо. Ни время, ни место. Тренер, вы уболтайте Немчур. Я хочу после Назарова еще попробовать. Прошу прощения. Может быть, дадим Шилову еще одну возможность? Перенервничал парень. Майн. Ну, хозяин, барин. Позвольте вам представить, Николай Назаров, наша надежда. Новичок, но уже очень перспективный. Я вам уже рассказывал о нем. Guten Morgen, guten Tag, дружба, Freundschaft. Веселишься. А сам 2 ночи не спал. Тренер, без паники. Прорвемся. Когда я буду прижимать к сердцу кубок мира, я помашу рукой. Знаете, это специально для вас. Самонадеянный болван. Да ладно. Я сделал все, что мог. Теперь ты. Удачи, сынок. Ты знаешь, я как чувствовал, что-то не то. Я утром проснулся, а у меня сердце прям схватило. Я никогда на сердце не жалуюсь, а тут вдруг прям сжалось, как кулачок. Давай. Прохор Петрович, может, не надо, а? Цыц. Не надо. Клава, ну мне же обидно. Я ж наизнанку выворачивался, старался для племяши. Все, а тут все коту под хвост. Теперь Нюрочка назад в дружковку вернется. Ну а ты все об своей школе. Все об своей школе. Ну, ты меня пожалел бы. Да что сидеть и жалеть себя? Тут понять надо. Почему она надумала свадьбу отменять? Вот. Вот я сейчас поеду к ней. Поеду и спрошу. Нюра, ну что ты это? Как это понимать? Ну чем ты это сделала? Клава, ты за мной? Могу. Куда вы собрались? А вторую свадьбу кто будет организовывать? Внук ваш приедет с невестой. И что он застанет? 2 рожи пьяные. Это тебе за рожи. А вообще фрилансер прав. Я думаю, Юрка виноват, что свадьбу отменили, хотя Нюрочка его и оправдывает. Мужик за все в ответе. А точно. Пока Нюрочка здесь жила, так этот кирогаз, небось, еще одно дитё сострогал. Тютелька в тютельку. Ну, этот может. Ух. Слушай, Клава, вот он сюда приедет на свадьбу к сыну. Я ему устрою по самое не могу. Клава, ты меня знаешь? У меня рука помнит. Вот так вот, Захар Иванович, прокинули меня на старости лет. Почему Аня свадьбу отменила? Главное, перед людьми-то как стыдно.
Надо мной теперь все ржать будут. Я дурак про эту свадьбу, как у той проклятой Елизабет Тейлор. Половине Ружанской разболтал. И вся дружковка в курсе. Хоть эмигрируй, ей-богу. Дела. А ты к Прохору Петровичу съезди. Пусть образумит племянницу. Никуда я не поеду. Я к нему на поклон не пойду, я не мальчишка. А потом он всегда ее сторону принимает. Он же потом меня во всем обвинит. Никак в голове не укладывается. Аня, серьезная женщина. Это ж сколько денег потрачено. Продуктов. Люди, небось, уже подарки купили. Что ж теперь все отменять? Не буду я ничего отменять. У меня сын женится. Пускай у него хотя бы все будет по-человечески. Да. Немцы просили подождать. Кофе-брейк у них. Твою дивизию. Так и перегореть можно. Да ты не психуй. Да посмотри мотоцикл еще раз. Чего его проверять? Вот он стоит. Можно поздравить? Мы еще не начинали. О, хорошо. Значит, я успела, сама все увижу. Я Катя, невеста Николаши. А вы тренер Валентин Витальевич. Я правильно запомнила? Правильно, правильно. Очень приятно. А то немцы стоят, да? Ой, Валентин Витальевич. Мы приглашаем вас к себе на свадьбу завтра. Или вас Николаш уже пригласил? Поздравляю, неожиданно. Ну, теперь понятно, почему ты домой ночами удирал. Валентин Витальевич, давайте после заезда поговорим. Извините нас. Иди сюда. Ты зачем пришла? Тебя поддержать. Катя, разборки с тобой – это именно то, что мне сейчас надо. Ладно. Раз пришла, сядь на трибуну и просто наблюдай. Ни с кем не разговаривай. И не нужно никого никуда приглашать. Ой. А меня на свадьбу никто не пригласил. Угу. Ну а как ты себе это представляешь? У меня бомбина. Назарова Софья Юрьевна. Как ни крути, прямая родственница жениха. Ой, слушай, творожок какой вкусный. Сразу видно базарный. А, класс. Больше, как в Италии. Ни творога тебе, ни сметаны. Боже, вот страна. Ладно, не бухти. Значит, Юрка все-таки записал на себя дочку? Да, официально подали документы. Причем так странно. Теперь сам предложил. Как ни крути, польза от Италии. Аль, а что ты раньше приехала? Ты ничего не натворила, мне Лука звонил. Сказал, у них в доме кое-что пропало. А я ничего... Это не я. Не, я ничего не знаю. Ну, я разбила эту статуэтку. Ты такая маленькая, невзрачная. Рамила распсиховалась под зад ногой. Больше я ничего не брала. Это точно? Руси, да, точно. А тебе Лука звонил? Да, звонил. Больше не позвонит. Ну, подруга, а давай в Грецию рванем, а? Я, между прочим, на бусике ехала, всю информацию выведала. Там полные острова одиноких греков. И они ничем не хуже, чем итальянцы. Такие же. Все, я уже наездилась. Ой, сыночек, как хорошо, что ты заехала. Правда, картошечка немножко подостыла, но вкусная. Ох. Доброе утро. Ты на часы смотрела? Валера, что за тон? Я что, не могу с подружками погулять? До утра, что ли? Какие до утра? Да уже светало, когда ты возвращалась. Я не спала, я все видела. Да, приветик. Танюша. Танюха меня еще никто не называл. Слушай, давай я тебе перезвоню, потому что мне сейчас тут неудобно разговаривать, семейные разборки. Ну, удачи. Я ненадолго. Слышишь, сегодня на том же месте
тот же час. Ты что, сбрендил? Лак. Ничего, я не... Сбрендила. Мне очень понравилось, Мариночка. 5 баллов. Отработала на славу, не ожидал. Я сегодня не смогу. Ты себя-то слышишь? Оно мне колышет. Сказал, чтобы была. Не то твой бугай все узнает. Поняла? Да нет у меня больше этих конспектов. Ой, Марина, ну про конспекты это ты ржачно сказанула. Так, значит, сегодня вечером в 8 я тебя жду. Только не вздумай опаздывать. Ох уж эта двоечница вообще. Я душ. Ну и где же ты видно, чтобы в душ ходили с телефоном? Я несколько дней пытаюсь проверить телефон, так она его из рук не выпускает. Тебе это не кажется странным? А? Сынок, ты бы проследил за ней, а? У меня на это дело глаз такой наметанный. Коля, 5 минут. Хорошо. Твою дивизию. А этому что здесь надо? Юноша, надо кое-что обсудить. Нам нечего обсуждать. Будем считать, что мы не знакомы, дядя. Ты можешь пожалеть о том, что делаешь, но будет уже потом поздно. Поверь моему опыту. Не понял. Почему это я буду жалеть? Или ты мне угрожаешь? Дурак. Ты просто сейчас не понимаешь, что такое ребенок. И я не понимал, и не ценил. Не повторяй моих ошибок. Ни хрена не понял. Не понял. Ирина собирается сделать аборт. Аборт? Вообще-то это твои проблемы, миллионер. Значит так, твоя женщина хочет рожать тебе ребенка. Это моя женщина. Назаров, тебя долго ждать? Сейчас. Уходи, Борис Борисович. Как ты не понимаешь, что я тебя видеть не могу? Ты же мне всю жизнь испортил. Я? Ну ни хрена себе, я еще и виноват. Ладно, чемпион, иди катайся. Потом договорим, не получается у нас сейчас разговор. Назаров, у тебя все в порядке? Нет. Но я готов. Забирай. Удачи тебе, Назаров, в твоем звездном заезде. Что-то так сердце колотится. Какое-то дурное предчувствие. Успокойтесь, Ирочка. Что-то случится. Николаша, 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 Николаша. Вы разговаривали с моим женихом? Ну, Николаша Назаров, мой жених. Скажите, а вы друг или родственник? Девушка, и давно вы невеста моего друга? Ну, больше 10 лет. С 1 класса. А что, он вам и о нашей свадьбе не говорил? Так мы вас приглашаем. Вот, пожалуйста, здесь написано, где и куда. Дружковка, знаете? Ах, Николаша, Николаша, ни тренеру, ни друзьям. Завтра свадьба. Потом мы в Германию уезжаем. Он у меня такой талантливый. Он обязательно победит. О, начинается. Ну, на счастье. Thank you.
Викусь, что-то мне тревожно. Наташка, не нагнетай, пожалуйста. Почему Колька так долго не звонит? Мам, ты чего? Ой, девочки, как-то мне так не по себе. Он дышит? Да почему же вы все молчите? Дышит, девушка, отойдите и не мешайте. Куда вы его везете? В областную травматологию. Доктор, стойте. Можно мне с ним? И мне. Никто никуда не поедет. Доктор, это очень серьезно. Пока не могу сказать. Почему не можете, доктор? Я его невеста, мне можно! Заберите девушку. Катенька, 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 возьми себя в руки! Будем надеяться на лучшее, назови истериками, ему не поможешь! Это Борис Савельев. Мне необходима ваша помощь. Сейчас к вам везут парня. Авария на треке. Я не знаю, что с ним, он не приходит в сознание. Возьмите под свою опеку. Прошу, спасибо. Да, я еду следом. Не понимаю я, что случилось. Наверное, что-то с мотоциклом. Я сказал техникам, проверят все до последнего винтика. Ты, а при чем здесь мотоцикл? Его ж проверяли перед стартом. Назаров не спал две ночи, вот да и не справился с управлением. А немцы приедут еще? Это все, что тебя интересует? Неизвестно, товарищ его выживет или нет, ему немцы. Да мне стыдно, честно. Но все-таки что они сказали? А у Федерзейн сказали. Тебе перевести? Нет, ну почему они не взяли меня с собой? Ростик, хватит ныть, будь ты мужиком. Переодевайся, поехали в больницу. Нет, я не могу. Я с ног валюсь. Ты как-то спросил меня, почему Назаров мой любимчик? Так вот он поехал бы в больницу, несмотря ни на что. Почему они так долго ничего не говорят? Ваш врач хороший? Самый лучший. Он меня когда-то спас. Вы тоже гонщик? Ага, гонщик. Где он? Он в реанимации. Николаша, в реанимации они ничего не говорят. Делать все, что возможно. Борис Борисович, спасибо, что позвонили. Сейчас я пойду, я сейчас все узнаю. Вас туда не пустят. Посмотрим, где дверь. Ну. Он пришел в себя. Правда? А он что-то сказал? Одно слово. А какое? Ирина. Кто из вас Ирина? Профессор Мойнос. Да. Сотрясение мозга, множество ушибов, перелом нижних конечностей, гематомы. Дай бог, чтобы нервы не были задеты. Мы готовим операцию. Я никаких прогнозов сейчас не буду давать. Но вы же сказали, что он пришел в сознание. Да, но это ничего не значит. Кстати, эти препараты надо срочно купить. Угу. Там у нас кое-что есть, но этого недостаточно. Хорошо, я обязательно куплю. Опаздываем. Я этого не люблю. Ногу убрал. А чего это мы такие сердитые, губки надули? Да перестань. Да ты как не родная, слушай. Чего ты все время оглядываешься? А? Боишься, что нас попалят? Да, боюсь. Да ну ладно, расслабься. Что это за шпионские страсти такие в нашем Ружанске? А? Ты обещал. Что я обещал? Что раз переспали и все?
Не надо было так стараться. Пошли. Чего, бабки принесла? Нет, не принесла. Уж когда это все кончится? Пока мне не надоест. Все что, больше не с кем спать? Есть. Полная общага. А, так ты специально издеваешься. Ну, знаешь, ощущение власти – заразная штука. Но ты злишься на меня, тебе хочется так меня ударить, а не можешь. Ну, ты мразь. Ну, ладно, все, хватит корчить себе недотрогу. Не я же придумал Витку подставить, с мужем рассорить. Пойдем. Ну, мы с тобой два сапога пара, Марин. Дэн. Марин. Дэн. Марин. Пойдем. Смотри. Это как раз тот, с которым она целовалась. Давай, фотографируй быстрее. Зараза, не пойму, как оно работает. Улики уйдут. Говорю, не пойму, как оно работает. Нажимай хоть что-нибудь там. О! Не, ну я первый раз в жизни фотографирую на телефон. Дай сюда. Ну, взяла бы и сделала. Да руки у тебя... Так. Есть. Пошли за ними. Глянь, глянь. Говорит, у подружки ночевала. Хороша подружка. Конспекты, говорит, ей носила. Конспекты. Ветка, ты не расстраивайся. Твой Валерка лучше. Ничего, недолго им добрых людей дурачить. Я согласна и на Викусю, даже без квартиры. Ой, мельчаем, сестрица. Прямо на глазах. Ты... Ну, о чем они так долго разговаривают? У меня вообще такое впечатление, что родственники не мы, а вот этот... Как он вообще на треке оказался? Это друг Николаша, он тоже гонщик. Ты совсем с дубу рухнула? Это муж Ирины. Какой Ирины? Да какой, той самой. Ирина Николаевна. Скажите, а вы сами будете делать операцию? Да. Ну, тогда я за парня спокоен. А кто он вам? Он сын... моей. А, ну понятно. Я вас давно не видел. Вы как-то изменились. Жизнь в глазах появилась. Я сына нашел и ее. Рад за вас, рад. Ну, а как, нога беспокоит? Ну, бывает, конечно. Но, в общем, все хорошо. Мы готовим его к операции. Поезжайте все домой и отдохните. Вам сил еще понадобится. Доктор, скажите, а с ним все будет хорошо? Я 100% гарантии не могу дать. Не Господь Бог, но будем надеяться. Он молодой, сильный. Не таких вытягивали. Вот расспросите Бориса Борисовича, он вам расскажет. Я прошу прощения, мне надо идти. До свидания. Спасибо, профессор. Ну... Профессора меня из такой передряги вытащил. А я вот, как видите, живой. Мы видим. Так что, Николаш тоже будет с палочкой ходить? А как же он будет на мотоцикле кататься? Ладно, я пойду. Боря, подожди. Спасибо тебе. Угу. Спасибо. Поезжайте, я останусь. Я останусь. Дед, Юр, забери девочек. Поезжайте. Смотри, как они замучились. Я все равно не усну. Мне будет здесь спокойнее. Пойдем. Пойдем. Давай. Давай, давай, иди. Давай. Ты держись. Только не плачь.